У нас обед с Кириллом, да, Кирюш? Убери, пожалуйста, на место все это. Что-то у меня не айс, как видать. О, о. Короче, я в шоке, девочки. Я в шоке. Что у меня сын вытворил? Да мало того, что он вытворил. Вытворили кассиры в супермаркете. Они продали моему ребенку энергетик. Представляете? Так, это у меня рассольчик. Помидорный. Yeah. Здесь уксус. И значит еще после энергетика дали, и потом еще... Энергетик, представляете? Мы, короче, я взяла его, пошла разбираться. Так, соевый. И пошла разбираться. Хлебушком будешь? Ешь тогда. Mm-hmm. Это вообще, это немыслимо, немыслимо. Хорошо, он дорогой его не выпил. Потому что не осилил открыть, да? Ты не осилил его открыть нет, дорогой? Нет, если ты не хотел, я его в рюкзак сразу поставил. Так, хреновина или хренозер, или как там еще называют? Это фигня полная. Дай попробовать, мам. А мне? А тебе нельзя, как и энергетик? Мам, так нельзя делать со мной. Ты меня не слышишь? Да слышу. Так, корейская морковка, покупная. А он такой, а что же мы теперь будем делать-то? Куда же девать-то? Папе оставим? Я говорю, папе... А, он говорит, ты папе, наверное, нельзя. Я говорю, ну, конечно, нельзя. Вот реально, Кирилл, так думай вообще головой, что берешь. Прости меня, мам. Пельмешки. Домашние. Едим. А ты не копейся, Кирилл. А я сейчас мигом отключу камеру и... Соевый. Я же тебе, по-моему, сказала, нельзя. Нельзя. Или ты меня не понимаешь? Ну все. Нет, не все. Это последнее мое терпение лопнуло. Я мужу позвонила, сказала так и так. Он говорит, как? Как продали-то? Это вообще. Это благо, он донес до дома. Это там крупным, прям крупным шрифтом написано. Таурин, кофеин. И что кофеин? Это же кофе. Там в больших количествах, что детям нельзя, понимаешь? Это похоже на кофе. Я помню, мы ехали с мужем в деревню. Нам ехать надо было 1000 километров. Это по времени, ну, где-то 12-13 часов. Выезжаем мы всегда в деревню очень поздно вечером, потому что муж отрабатывает. И мы ночью уезжаем. В итоге... Мы с ним решили в первый раз за мои 31 год жизни, за его мужа жизни 43, купить энергетик. Но мы подумали, что сейчас мы жахнем его и
Ночью не захотим спать. И ночью не захотим спать. В итоге у меня разболелась голова. Спать еще больше хотелось после него. И больше, чтобы я когда-то его купила. Никогда в жизни. Мужу он тоже не зашло. Он вкусный. Он вкусный-вкусный. Но его нельзя. Если 50 лет. Если 50. Какая разница? Много его нельзя. Да, и мало, оказывается, нам нельзя. Пельмени едим. Блин. Я, наверное, отключу, да? Давай. Я же ем. Надеюсь, ни для кого не странно есть пельмени с хлебом. В общем-то, для меня был сегодня шок, шокирующий шок. Вообще-то это уголовно наказуемое дело. Продать несовершеннолетнему ребенку энергетику. Еще маленькие чипсы будут. 90 рублей. Вот такие. Я говорю, цены вообще, ну вот, ну как все представляли. Маленькие вот такие чипсы 80 рублей стоят. Это вообще одираловка. Я говорю, вот это вот он купил себе. Ага. Ему вчера фея, короче, принесла 150 рублей. Нет, было 500, я камикадзе в магазин хотел, но я заходил. Он решил это отметить. За магазин пошел. И купить энергетик с чипсами. Нет, я сначала зашел в зоомагазин хомяка купить, ну сколько стоит. Когда? Сегодня заходил? Да. В смысле? Обычно 500 рублей стоит. А мне не хватило еще 400. Вообще трэш. Я хочу хомяка. У нас уже был, у нас был хомяк. Мама, зафига тогда клетка. Ну ничего ж она такая, морковка. Мама, куда клетку? А пельмени куда? Не знаю. Знаешь? Блин. Это самые большие помидорки. Всем пока, мама звонит. Баба, то есть. Баба звонит, перезвоним. Морковь по-корейски, рестория. Ну, что такая, вкусная. Давай кушать, а, пожалуйста. Один глоток даже, но нельзя энергетика. Да? Я тебе, по-моему, говорила. Говорила. Я сейчас отключу камеру. А ты будешь как миленький кушать. Так миленький. На чем там везет? Я тут два. Смешно? Сейчас будет тебе смешно. Давай, давай. Угу. А смешно тебе будет. Да? Угу. У меня старшая дочь такого вообще не додумалась. Чтобы купить. Мама, там на сувенирнике было спрайт написано. Ну ты же когда домой зашел, ты сказал. Ты мне сказал, мама, я купила чипсы энергетик. Я пошел покупать. Не энергетик же. Я подумала, уже там написано спрайт на ценнике. И? Я пошел на кассу. Я думала, что это новый спрайт вида.
Я думаю, что это новый спрат Вида. Но ты, когда домой пришел, ты же мне сказал, что это энергетика. Ну, я прочитал. А что ж ты радостно так пришел? Без меня это надо было. Мне ситуация раздражать начинает. Ты меня слышишь? Я сейчас просто отключу камеру. И все. И ты прекрасненько будешь есть. Можно? Нет. Нет, 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 нет. А я еще с собакой поперлась. Нет. Дом я его одному не оставляю. Что это собака боится? Ты что на помидоры издеваешься? Дай бог терпения. У нас жизнь все краше и краше становится с каждым днем. Все интереснее и интереснее. Не знаешь прям, что ожидать от всего этого. Молодец. Очень. Угу. И пятерку еще порисовала. А я сейчас как раз доем. И что будет? Отключусь. Нет, нет. Что? Рассол вообще обалденный. А, классный. Кирилл, у меня терпение заканчивается. У нас стол уже уезжает. Теперь придется только чипсы есть. Я так-то вообще наелась. Нет, мам, если я ем, тогда и ты ешь. Ты вообще ни одно не съел. Съел. Макай в соевый. Мне? Угу. Можно тут это? С уксусом нет. Соевый тоже вкусно, попробуй. Ну ты попробуй одно. Угу. Все. Оно быстро впитывается. Майонез убивает. Много тоже его нельзя. Много. Много его тоже нельзя. Ну сколько? Ну 105 раз скажешь, вот и не поймет, ни грамма не поймет, а? Еще только учебный год начался, но я чувствую, без валерьянки тут дело не закончится. Какая валерьянка? Там уже пустырник нужен с пионом, с настойкой пиона. Валерьянка уже не в таблетках, а в настойках. Что сидим? Полный рот набил. Так, ну что, я последнюю, наверное, съем, а остальное я тайсину отдам. Почему? Ты осталась чуть-чуть? Как чуть-чуть? Ага, чуть-чуть.
6 штучек. Я думаю, Тасом будет рад. Мама, 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 можно ли макать чистую вот эту? Вот сюда. Я вот так вот макаю. Все уже, мы уехали куда-то. Так, сейчас я Тайсона разломлю. Да, он долго будет есть. Рот сначала опустоши, а потом уже есть. Тайсон сегодня тоже праздник. Ну, Тайсош. Какой он? День рождения? Нет. А что? Просто праздник живота. Что это ты тут свалил? Не Тайсон. Он любит соленник. Я у тебя одну возьму? Да, бери, бери. И все. На Новый год ему пиццу закажем. И на день рождения роллы. Так, и все. Итак, я объелась. Всем спасибо за просмотр. Кто ставит лайк, спасибо. Кто ставит, пишет комментарии, мама, подписывается. Огромное вам спасибо. Что я не ела? Я это ела. Ты видишь, сколько уже тут съедено? Побольше ешь. Ты будешь это? Угу. В общем, всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч.